На рассмотрении в Верховном Совете Приднестровья находится проект закона о профсоюзах, который внесла Федерация профсоюзов Приднестровья. Согласно ныне статье 72 Конституции ПМР, у нас, как и прежде, осталась наша законодательная инициатива, которую мы в полной мере используем. Причиной законодательной инициативы о новой редакции закона о профсоюзах, правах и гарантиях их деятельности послужило то, что предыдущий закон был принят еще 8 июня 1993 года, и с тех пор прошло, конечно, много лет. Жизнь наша изменилась, изменились наш менталитет, выросло новое поколение. И нам, профсоюзам, безусловно, идя в ногу с реалиями жизни, безусловно, необходим был новый закон о профсоюзах, гармонизированный с Российской Федерацией. Он дает более широкие возможности для профсоюзного актива, для членов профсоюза по сравнению с предыдущими в части трудовых правоотношений, в части защиты своих прав в суде, в части правовой защиты, социально-экономической защиты. Все это отражено в нашем новом законе. Также в части регистрации, права регистрации, юридического лица, или можно не регистрироваться и остаться на уровне первичной профсоюзной организации без самостоятельного юридического лица, и другие новшества, которые будут способствовать улучшению жизни наших членов профсоюза. Проект учитывает новые условия хозяйствования. Сегодня тяжело предпрофсоюзу приходится на предприятиях с новой формой собственности. Вот, трудовой кодекс вроде оговаривает это, вроде есть это в трудовом кодексе, но трудовой кодекс тоже, нам говорят, вот приходишь на предприятие, а руководитель говорит, что это вы придумали трудовой кодекс, они не считают его законом. Поэтому все-таки сегодня закон, я считаю, он должен закрепить основные права и обязанности, гарантии деятельности профсоюза. Разработчики проекта нового закона о профсоюзах надеются, что он будет принят до конца этого года.